Приветствую вас, друзья. Сегодня у нас замена полуоси. Ступичную гайку забыл открутить, но это не проблема. Заводим автомобиль, садим маленького шкета лет 10, на педаль нажимает и откручиваем спокойно ступичную гайку. Вот такой вот ключ у меня есть под ступичные гайки. Головка приварена к лому. Вон. Вот она проблема замены полуоси. Сальника нет. Где-то он убежал, здесь должен быть сальник на полуось. У меня есть в сборе полуось, так проще будет сейчас сделать замену, а позже, если что, можно будет докупить сальник и снять, потому что вот эту обойму не очень-то легко снимать, ну то есть так снять, чтобы она целая осталась. Ну вот, вытащил полуось с кулака поворотного, и пришлось еще снять рулевой наконечник, потому что не дает вывернуть. Осталось нам еще открутить три ключа на 13, то есть три болта на 13, если я не ошибаюсь. Вот эту гайку прижимную. Сфокусируюсь, а вот они. 1, 2, 3. И перед этим нужно слить масло. Масло. Сливная пробка у нас. Где она? Вот наша маслосливная пробочка. Сливаю масло и вытаскиваю полуось. Хотел отделаться заменой полуоси, но не вышло. Начал перебирать свои полуоси. Вот, смотрите, все это такие пыльники, то есть все труб. Здесь разбирать, это равносильно, что менять просто подшипник. Вот, уже заменен. Здесь уже пыльничок стоит, это моя полуось. Тришип стоит. Сделал немножко, так сказать, бочину небольшую. С этого донора, донорской полуоси, я снял подшипник, сошел он хорошо, я подкладывал полутрубки такие, чтобы именно в обойму упиралось, потому что вот эта наружная обойма торчит, как бы это сказать, но здесь не видно, в общем, она перекрывает вот эту обойму, поэтому полукольца подставлял, выбивал, вышла она хорошо. Начал вот эту выбивать и вот сковал немножко шурс. Видите? Есть. Я покажу, как это было. Где-то есть видеоролик. Я снимал. Ну, в итоге уже сразу как сковал, плюнул, срезал болгаркой. Вот внутренняя разрезанная хомутом скручена, потому что с помощью нее я набивал новую. Надел сюда, эту отдел. И через трубу забил вот это на место. Ну и вот наружная обойма тоже разрезанная. Сальничок вот этот я одевал. Одеваешь на внутреннюю обойму, есть люфт. Вот и поэтому масло текло. На этом вроде все было окей, посмотрим. Да, забыл сказать, сделал вот этот скол. Этот скол на уровне получился вот этого бортика, поэтому я немножко по кругу болгаркой сделал этот борт глубже. Аккуратненько, легко-легко, слегонца очень. И колечко сел, вот, нормально, не выскочит. Установил полуось и заодно заменил диск. Сейчас буду заливать масло. Маслозаливная горловина, если кто не знает, вон, сбоку. Заливаем с помощью вот такой вот приспособы. Трубка металлопластик 16. Вот длина, которая вам нужна. И на краю здесь вот вкручен фитинг тоже под металлопластик. И тупо резьбой в крышку. Вот. Вставляю сейчас выгну как нужно. Буду заливать. Масло заливаю тоже, что и слил. Поэтому будем цедить через марлю. Потому что канистра это не первый раз использовать для слива масла. Минут 10 у меня ушло, но уже вливается потихоньку. Ну вот и завершил работу, друзья, уже темно на улице. Думал так вот, часик быстренько заменю полуось и поеду дальше. В итоге с 12 до 7 вечера я проигрался. Ну, по поводу пыльника, если бы я знал, что вот такая беда выйдет, что придется все равно сбивать подшипник и набивать новый, то, наверное, лучше бы я сразу его взял, этот подшипник новый,
или сразу в сборе с пыльником. Кстати, по поводу запчастей именно этого пыльника, Dacia Logan 1.4, 1.6 такой же имеет пыльник. То есть, если хотите поискать подешевле, да, потому что если вы будете искать Renault Laguna, то у вас будет один список производителей, соответственно, цены будут дороже. Если искать этот пыльник на Renault Logan 1.4, 1.6, то уже список производителей будет иной, и там же цены уже будут тоже другие. Так что можно промониторить и тот, и иной список запчастей. Я скину ссылочки, список, допустим, на Реношку на запчастях на одном сайте и на том, где я заказывал еще на Таври, там есть тоже на Дачу Логан, там же эти пыльники есть. То есть там 400 они, а на Логан, если искать самый дешевый, 200. Ну, тут уже решать вам. Я ссылки дам. Вот и все, такой вот ремонтик, обо всем и ни о чем, так сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!